Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Assassin 2. Итак, у нас Дезмонд. В порядке, Дезмонд? Давайте смотрим, что с ним. О! А меня разыскивают. Ну что ж, давайте снимем этот плакат. Гилда и Челя. Что он затеял? Опа! В жизни не видел такого странного человека. Да ладно, чё вы сполошились. Так, а я далеко, да, отсюда? Я не желаю вам зла. Так, еще где-то стражники ходят. Злыдни. Успеем. Сорвем. Впечатляет, но лучше держаться подальше от стражи. Ну да, ты прав. От стражи надо держаться как можно дальше. Так, по крыше мы не пойдем. Прошу прощения. Ух, ладно, успел отпустить, а то бы еще и грабанул бы. Автоматически. Как бывало уже не раз. Внимание, внимание. Глашатый. Так, и что мне здесь надо сделать? Конечно, принять. Так. Кого мне надо найти? Чтобы включить это, которое позволит вам чего обновить. Здесь рыцарь благородный, он ходит среди нас. Пусть угнетатель помнит о смерти каждый шаг. Так. Что? Мой кошель и деньги. Твои деньги. У меня их нет. Да с чего бы? Вернись. Заставь меня. Да, блин. Да уйдите вы. Ты совершаешь большую ошибку. Довольно. В самом деле, да хватит, может, сдашься? Верни то, что украл. Вернул бы. Да не... Опа. Я не желаю тебе вреда. Так что верни мне деньги, и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имен. Например? Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ля Вольпе. К твоим услугам, мессер Эцио. Ух ты, ты знаешь, кто я? Откуда ты знаешь мое имя? Ремесло у меня такое, знать все о городе. За этим ты и пришел, так? Верно, мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдет, даже раньше его самого. Кто? Франческо Пацци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима. Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно. Дай знать, как будешь готов. И мы пройдемся. А, да. Я готов. Вот твои деньги. Я готов. Ага. Ну, слазь, слазь, слазь. Следуй за мной. Но мы пойдем быстро. Выдержишь? Выдержу. Не проблема. Без проблемы. Без сама проблема. Давай. Ой, да я так же умею. Я причем оттуда только что и пришел, нахрен, за каким хреном я туда слазил-то? Что ты там делаешь? Не отставай от меня! Давай. Не отстаю.
Блин, а куда тут? Мне бы еще знать, по каким крышам можно бежать, чтобы тебя догнать. Вау! Так, теперь я точно промазал. Это уж факт. Да блин. Нет, не успел я. Не успел. Ладно. Вот почему я говорю, что ненавижу гонки. Ладно, теперь я знаю, куда бежать. Остаемся все время на этой стороне. На ту сторону мы не перебегаем. Да ладно. Я же знаю, что я смогу перепрыгнуть. Так. И вот, вот этот переходик нам нужен. То, что мы не попали на него ранее. Ладно. Мы пришли. В этой церкви у Франческо Пацци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Волпе. Буна фортуна. Так. Давай-ка перепрыгнем. Оп. Так, так. Так, и вот так. Так. Это первое у нас. Ходим в канализацию. Вот у нас начинается наше новое приключение. Пошли. И опа, все открыли. Блоки. Так, пока все просто, легко и просто. Вошли, тут все обрушено. Ох, сейчас мои акробатические этюды пригодятся здесь. А внизу там, по-моему, это сокровище. Но мы туда не пойдем, нам там делать нечего. Вот за стенку нам надо всего лишь перебраться-то. Оп. Раз, раз. Видите, надо-то было всего лишь за стеночку. Так, путь-то один.
Да не, не, нет, вот так. Какая прелесть. Чё, и попал же. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Так, они ушли. Надо искать путь. Сейчас найдем вон, систему рычагов. Только как они это сделали, я не знаю. Оп, оп, оп. Давай. В сторону. Еще разок. Блин, я даже не знал, что он там есть. Вон он! Это вряд ли. Проклятие. Он вон он! Тихо. Все. Теперь это не я. Блин, я думал, тут залезть можно. Ну, по идее, вот эта же штука для чего-то есть. И, наверное, тут залезть можно было бы все равно. Потом сверху на него спрыгнуть. Оп. Так, внизу у нас вон сундуки, но мы туда не пойдем. Давай, заходи. Что поменялось? Так. Ага. Яволь. Мы вас есть понимать. Да-да-да, я уж понял. Какого хрена ты прыгнул? Идиотию. Вот как с тобой бороться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а у него интересно знать, не закроется, нет, эта штука? Блин, с этого-то края никак не залезть. Ё-моё. Ладно. Не впервой. Оп. Давай, давай, давай. На. Опа. Так, тут что-то есть, нету? Так куда ты прыгнул-то, дебил? Так, ладно. Что-то вроде такое простое, все из этого тырка. Который любит прыгать. Что с тобой случилось? Так, вот. Все открыли. Мерда, дверь. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил, тебе не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Убивать-то мне их не обязательно.
Хопа! Мы его поймаем! Туда, бей его! Да какой бей? Сансоне! Я вернусь со стражей! Побежали! Да, да, кажется, они отстали. Этого-то можно даже в расчет не брать. Оставь меня в покое! Прочь с дороги, кретины! Так. Я бегу быстрее, чем он! Так вот в том-то и проблема, что ты бежишь быстрее, чем я. И как бы вы ни гнались, вы его не догнали бы. Беги быстрее! Вау! Вот сюда. Блин, я не так прыгнул просто. Даю ему передышку. Вон. Давай. Опа. Вот так надо. Конец. Сюда. Оставь меня в покое. Да. Да если бы. Да. От меня бы это зависело. Давай. Стража, к оружию! За мной гонится ассасин! Блин. Я, по-моему, ни разу его не догонял. Возможно ли вообще такое? Так, ладно. Тихо. Делайте то, чему я вас учил. Так, первого зарубили. Это бегуна мы зарубили вот. Давай. Помните, чему вас учили? Давай. Я тебе горло перережу. Нет, не перерезал. Давай. Даже праха не оставь. Почему я не могу его зарезать? Себе не уйти. Не за ним. На. Должен горло быть перерезан. О, так у тебя сильный удар еще. Тебе не уйти! Почему не уйти? Блин, я хотел тебя схватить, попробовать горло перерезать. Так. Вот сюда бежим. Открываем, подслушиваем. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper. Говорит на иностранном языке. Grazie, padre. Bernardo. Спасибо, святой отец. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, папа Римский дал свое согласие. Он благословил нас, но с условием, чтобы никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы.
Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молто бене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Идем, идем. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Берем первую запчасть. Все. Выходим. На выход. Действие совершено. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которое хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Ну да. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Так, надо валить на площадь. Так, так, так. Корабль. Вон там в лодках тоже покопаться, тоже денежки есть. Так, 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 так. Как отсюда выйти? Боюсь, дивизию. О! Нашел способ. Если не слезешь с Тронцо, то станешь похож на ежа. Привет. Какая необычайная... Подходи. Лекарство. Да. Сейчас тебе станет лучше. Это не хвора. Ох, спасибо, Люлькин. Помог. Раз. Сюда, наверх. Пойдем по крышам. Оп. Ну, ничего не случилось. Куда? Я пришел в тупик.
Давай. Опа. Да, опа. Да. Ну ладно, не ревите так. Да, нужно. Исцеляюсь. Лечи. Да почему лекарство-то? Лечи. Вот и все. Если что, возвращайся. Это следование канонам. Картины. Нет, я у тебя все купил, да? Карты сокровищ. Значит, в другой раз. Все куплено. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, подождите-ка. Еще, да, тут место одно есть. Гробница ассасина. Ладно, потом мы к тебе. Макефа, он в своем уме? Принять. Пойдемте защищать. Это Лоренцо с женой. Вот его хотят убить-то. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традитор! Опа! Порезал! Не за кого, конечно, но порезал. Нет! Даже святые отцы. И те с ножами. Вот такая у них Европа. Не монахи, я тебе говорю. Мори! 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 Надо помочь. Так, монахи-то скрылись. Не получилось себе. Лоренцо, все твои родные падут от моей руки! Негодяй! Убийца! Я тебя прикончу! Ты сам во всем виноват! Сдохнешь, сдохнешь, наконец! Подождите! Пожалуйста! Мне нужна помощь! Да! Подожди! Оп! Подрезал. Давай. Оп. Подрезал. На. Подожди, подожди. Блин. Так. Опа. Да блин, отойди ты. Еще разок. Да. Давай, давай, давай. Опа, еще разок. Беги, беги, беги. А я за тобой. Че, убежал? Я правильно сделал, нет?
Злота повержена. Воры отлично бегают и без труда смогут следовать за вами по крышам. Это мы знаем. Так. Подождите, пожалуйста. Мне нужна помощь. Опа. Вот так легко и просто. На. Перерезал. Подожди. Так как ты-то кого? Проснул. Что? Перерезал. Оп. Да отойди ты. Стой, стой. Ну-ка. Мы благодарны вам за ваш... Беги! Беги! Туда. Я уже не разучился обращаться с оружием. Пять мулинов против одного. Так. Это то, что я отрежу ему уши, пока он еще дышит. Ну-ка, ну-ка. Порезал. Сейчас со вторым тоже будет. На. Тихо. Спас. Ты спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? Могу. За мной. Я истекаю кровью. Держитесь, сеньор. Я постараюсь поднажать. Миш. Стоп. Не отставай. Я убью Франческо Пацци. Я убью всех его родных. Я истреблю эту семью. Я надеялся, что мне не придется драться. Да нет. Тише, сеньор. Я смогу тебя уложить. Берегите силы, иначе на место я доставлю. Идем. Я не разучился обращаться с оружием. Безумие. Нам придется все равно. Нет, нет, нам придется драться. Это без меня. Защити своих детей. Это без меня. Мисс Сарико, это убийца, бегите. Черт, отпусти. Пойдем, пойдем. Господи Иисусе, помоги. Это, пожалуйста, не делайте этого. Блин, а как мне тебя провести-то туда? Какими кольными путями? Просто... Пойдем сюда. Это без меня. Убийца! 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 Кому нужна моя смерть? Отпусти! Не трогайте меня, пожалуйста! Давай, пока он... Заберем это. Это без меня! Я вообще ни при чем! Так, сейчас у дома будут встречать. Опять вселенная надо мной смеется. Так, как кто нас встречает? Давай! О, ты его! Убийца! Черт! Надо бежать! Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж... Ха! Не сомневайся! Я смогу тебя уложить! Оп! Подрезал! И второго сразу влезу. Я надеялся, что мне не придется. Да. Что ж. Ха! Не сомневайся! Я смогу. Так, сойдет? Я надеялся, что мне не придется драться. Ну, вот что так. Сюда. Спаси меня! Клянусь,
Подождите. Пойдем. Вот вы и дома. Андиа. Лоренцо ранили! Априте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица! Полициано. Ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой! Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Паци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилы Паццо штурмуют дворец Синьори. Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Ты обязан. Франческо Пацци... Спаси наш город, Аудиторе. Убей его. Вот ничего себе. Вот тебе. Ладно. Ну что ж, пойдемте. Пойдемте. Так. Сеньор. Я видел Франческо во главе отряда с обратной стороны дворца Синьории. Боюсь, что он пытается найти другой вход. Иди, пока не поздно. Сделай, что можешь. Принять, принять. Сейчас все сделаем. Ой-ой-ой. Ага. А драки-то все еще идут. Спокойно. Подходите, друзья! Мама, это без меня! Почему без тебя-то? Уходите отсюда! Не трогайте меня! Ты еще меня обвинишь, что я виноват в этом. Что тут происходит у вас? Нифига я его вел путями-то. А можно-то было всего лишь... Понятно. Так. Ну-ка. А вон она. Оп, хрен там. Ну-ка. Так, так. Оп. Все. Еще одна деталь. Нормально, я исчезну. Браво! Так он, я так понимаю, наверху. Через крышу хочет. А нет, это мне просто показано отсюда. Чтоб удобнее было видеть. Это снова ты? Почему ты еще жив? Парни, убейте его! И вот, идиотинушка. Прятался туда, откуда не убежать. А я-то там был уже, вон перышко кому надо, можете собрать. Оп. Оп. Я где-то видел, его лицо. Да он подевался. А как вы меня можете видеть, если я не видим для вас? Вон он, куда он? Хоп. Давай, бери, поднимайся. На. Мальчик вообразил себя мастером меча. Ты умеешь фехтовать, но мои люди так быстро разберутся, да, с тобой. Почти. Десисти! Стража! Стража! Никто не придет. Мы одни. Маледетто! Ке иль дьяволо ти порти! Стамми лонтано! Я тебе дам. От меня убегать. Нет.
Ай-яй-яй. От кого? От убийцы. На. Вот так. Иди. Решил убежать. Флоренция осудит тебя за то, что ты сделал. Все кончено. Все кончено. Все кончено. Конечно, все кончено. Лучше быть счастливым в этой жизни, чем мечтать о славе в следующей. Покойся с миром. Так, порешить мы его порешили. Либерта! 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 Пополо! Либерта! Либерта! Опа! Франческо! Он самый, еще и голый. Вот тебе и Либерта. Так, так, так. Давай. Выкидывай, куда меня? Опа. Так медленно бегу. В вязкой паутине. Ну? Что? Новая часть Флорентийской Республики, 1478 год. Нет, вроде продолжение, наверное. Дополнительная часть открылась. Ну-ка посмотрим сейчас. Да, ох ты. Это убежище тамплиера. Смотрим. Когда мне было 6 лет, я упал в Арну. Я чувствовал, как погружаюсь все глубже во тьму и был уверен, что скоро умру. Когда я очнулся, то увидел рыдающую мать. Рядом с ней стоял человек, вымокший, но улыбающийся. Мать сказала, что он спас меня. Так началась долгая дружба между семьями. Твоей и моей. Ну, вот прости, что не спас твоего отца и братьев. Тебе не за что извиняться. Я уверен, что за их смертью стоит Якопо Паци. И за нападением на тебя тоже. Нужно найти его. Мы не успели арестовать его. Этот трус бежал. Ты знаешь, куда? Нет. Они хорошо спрятались. Они? Якопо не единственный сбежавший заговорщик. Если они заодно с Якопо, то виновны в заговоре против моих родных. Назови их имена. Антонио Мафеи, архиепископ Франческо Сальвиатти, Стефано Дабаньоне и Бернардо Баранчелли. Бене, я поговорю с дядей. Он разошлет своих людей по провинции. Постой, пока ты не ушел. Страницы кодекса. Я нашел ее в личных бумагах Франческо Паци. Уверен, что ему она теперь без надобности. Меня всегда привлекали древности, как и твоего отца. Она и для меня много значит. Тогда прими ее в подарок. Да поможет нам Бог. Страниц кодекса в целом мне хватает. Так, туда я пока не могу. Так, нет, вообще-то я карту хотел открыть. Ну, что ж. Я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!